Казахстане начали готовить магистров этнополитологии. Напомним, новая двухлетняя программа обучения, стартовавшая в столице нашей страны, не имеет аналогов в Центральной Азии. Образовательный курс разработали в соответствии со всеми профессиональными стандартами. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказала заведующая кафедрой Ассамблеи народа Казахстана Евразийского национального университета Наталья Калашникова. По ее словам, подготовка экспертов в сфере этнополитики – дело государственной важности. Выпускники этой специальности в будущем могут стать экспертами в политической сфере. К слову, эта профессия многогранна. Отметим, что новая программа реализована на научно-образовательной базе факультетов журналистики, политологии и международных отношений. Мы, значит, очень долго рассуждали, обсуждали этот вопрос, и большую помощь нам в этом оказали этнокультурные объединения. То есть они, включая регионы, они подтвердили, что есть запросы на этнополитологов. Мы прошли все, значит, программы, апробированные через стандарты дублинские, через болонский процесс. И сегодня в группе образовательных программ на политологии двухгодичная магистерское, научно-педагогическое направление уже реализовывается. Это должны быть индивидуальные эксперты, которые могут, и мы их готовим для этого, работать в разных сферах.